вылетел в кювет. В Эквикиноте сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. В органы внутренних дел поступило сообщение о том, что на 8-м километре автодороги Эквикинот-мыс Шмидта на обочине лежит машина. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которая установила, что 59-летний водитель автомобиля марки Nissan не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В машине в момент ДТП находился пассажир, но пострадавших нет. Водитель освидетель. Установлено алкогольное опьянение. Он пояснил, что употребил спиртное уже после ДТП. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.